Друзья, это та причина, по которой мы уже некоторое время не выкладываем видео. На самом деле мы делаем кучу контента. Ну как кучу контента? Не, мы делали кучу контента, потом был перерыв, сегодня опять продолжили его делать. Потому что мы доехали на автомобиле прям вот до Италии. Есть один момент в Италии, который называется плохой интернет. Медленный интернет во всех практически отелях. И нам не скинуть контент. Где мы, по крайней мере, живем. Это, кстати, помада, но это я ее не целовал, это Маргаритик, видимо, ее поцеловал. Вот. 6 лет уже красится. В общем-то, скоро будет много видео с поездки, с парома, с мест, где мы бываем. Ну да, то есть будет интересный контент, так что не отписывайтесь, будьте с нами. Подписывайтесь на наш инстаграм, там мы выкладываем коротенькие видосики. Коротенькие видео. Все, давайте инстаграм, кстати, мой Илюсин. А пока вам, кстати, покажу пляж. Вот. Место называется Лида ди Каманьоре. Каманьоре. А это бесплатный пляж, по которому бегает сейчас Люся. Все остальное платное и очень дорогое.